Здравствуйте! Вы смотрите канал ТВЛ, в студии Анна Вязгина. Сейчас я и мои коллеги расскажем о самых интересных и значимых новостях Электрогорска. 24 июня закончится прием заявок на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Она присуждается за уже реализованные и реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно или временно проживающие на территории Подмосковья. Предлагаем вам познакомиться с победителем прошлых лет. Проект с необычным названием «Вермакультивирование технологии будущего» на конкурс «Наше Подмосковье» представила команда учителей школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я Ширяева Елена Борисовна, работаю в школе для обучающихся с ОБЗ, учителем трудового обучения. В 2016 году я с коллегами нашей школы принимала участие в конкурсе «Наше Подмосковье», и мы заняли второе место, получили диплом второй степени в номинации «Про город». Проект назывался «Вермакультивирование. Технология будущего». Над этим проектом мы работали 5 лет. Целых 5 лет? Да. Прямо в подвале школы ученики под руководством педагога-новатора уже шестой год подряд собственными силами создают экологически чистые удобрения – биогумус. Так как почвы были на территории школы неплодородные, на них ничего не росло, мы решили вот заняться вермакультивированием, то есть это разведение червей, для того, что черви перерабатывают отходы школьные, из школьной столовой и другие отходы. И получается удобрение биологически активное и экологически чистое. Идею научить мальчишек обрабатывать землю и производить биогумус позаимствовали у коллег. Меня отправили на московскую конференцию как раз по таким школам. И там были разные, то есть учителя труда не только в нашем городе ищут новые пути трудоустройства детей, но и в других городах. И вот я попала на такую конференцию, где люди делились опытом. Кто там выращивал, кто производил в таких школах молоко из соевого продукта, соевое молоко, кто вот вермакультивированием занимался, кто еще какими-то делами. Мне понравилась идея вермакультивирования. Я думала, что знала, что мне дадут мальчишек, и я решила попробовать с ними. У нас получилось. Я им еще, когда они пришли в 5 класс, сказала: ребята, я вас научу зарабатывать деньги. И они не соврут. Да? Да. И у нас еще было много очень идей. Но они у нас не воплотились, потому что мебельный комбинат реконструировали. А так у нас мы хотели завязаться с теплицами. Потому что вот это мальчишки еще с руками. А у нас в нашем классе были еще и инвалиды, которые не могут физически просто работать. И мы научили его работать на земле, то есть это было бы профессию дают. Угу. Такую, что доступная для инвалидов. Одним проектом решить сразу несколько задач думала учитель труда, когда 5 лет назад привезла в школу из Москвы первых червей. Во-первых, я работаю учителем трудового обучения, и в нашей школе больше работает мальчиков, чем девочек. И поэтому швейному делу мальчиков мне не хотелось учить. Я стала искать новые идеи для того, чтобы занять трудом мальчиков. Было, чтобы полезно и мало требовало финансирования. Идей было в этом проекте занять мальчиков полезным и доступным трудом. Второе – облагородить территорию школы и улучшить ее почвы на территории школы. У нас теперь растет все. И работа у ребят закипела. Правда, сначала пришлось узнать все секреты и по содержанию, и по уходу за червями. Что вы испытывали, когда пошли первые результаты? Сначала мы поехали куда? На экскурсию. Да, мы пошли экскурсию, мы посмотрели, как это все получается. Как это делают. Да, после этого мы тоже решили так же заниматься этим делом. И у нас все получилось в протяжении 5 лет. То есть вам приходилось самим кормить червей, да? Да. Это считали уже эксперимент. Расскажите. Мы считали и кормили сами. А зимой где они у вас были? У нас зимой они были в подвале, сохранились. В подвале держали. То есть это, по сути дела, ваши такие питомцы домашние? Ну да. Это же домашние животные.
и цель-то тоже была, что домашних животных, если приучить. Ну вот сейчас вы уходите из школы, кто будет следить за дальше? Ну, кому? Другие наши классы, да. Вы не передавали опыт, не рассказывали? Да они сами рассказывают, да. Они лазят туда в подвал и кормят, и бананы собирают, и все. За время работы над проектом ребята приобрели трудовые навыки по вермакультивированию. И на пришкольном участке, и в классных комнатах появились красивые цветы. Здесь практически ничего не росло. Здесь были деревья, темно. И какие бы цветы мы ни сажали, здесь ничего не росло. Значит, сейчас мы разбили эту территорию на клумбы. У нас получилось, видите, какое красивое, да? И вот посмотрите, как растут. Хотя в этом году лето у нас еще не очень удачное. Вся рассада, которая здесь посажена, это выращена руками детей. Так, и вот эти все грядки удобрены вот этим удобрением, которое мы получили за 5 лет. Как обладателям диплома второй степени, команде учителей из призового фонда конкурса «Наше Подмосковье» была выплачена денежная премия. Мы выиграли 150 тысяч, но из них 30 тысяч ушло на налог. Остальные деньги мы потратили. Ну, я приобрела для работы компьютер и технику распечатывающую, так как я работаю в кабинете швейного дела, и там он был в ужасном состоянии. 20 лет мы работаем, и не было никакого ремонта. Мы сейчас его привели в порядок, сейчас это покажем. И также мы ставили пластиковые окна в кабинете. Какие вопросы обсуждали депутаты на внеочередном заседании Совета депутатов, смотрите в следующем сюжете. На повестке дня 64-го внеочередного заседания Совета депутатов было три вопроса. Так, повестка дня у нас из трех вопросов. Предлагаю данную повестку дня принять за основу. Кто за это, прошу голосовать. Кто за, против, воздержался. Какие есть дополнения, изменения к повестке дня? Вопросы? Нет? Тогда предлагаю данную повестку дня принять в целом. В соответствии с федеральным законом, законом Московской области о муниципальных выборах и уставом города, депутаты единогласно утвердили 10 сентября 2017 года датой выборов в городской совет. В соответствии с действующим законодательством, муниципальные выборы проводятся во второе воскресенье сентября года окончания полномочий депутатов представительного органа местного самоуправления. В 2017 году второе воскресенье сентября выпадает на календарную дату 10 число, в связи с чем пунктом первым предлагается назначить выборы депутатов Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области на 10 сентября 2017 года. Также были рассмотрены вопросы о направлении обращений в избирательную комиссию Московской области и об утверждении расходов на подготовку и проведение выборов. У вас на рассмотрении находится проект решения Совета депутатов об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов городского округа Электрогорск. Предлагается утвердить смету в общей сумме 1 779 тысяч рублей, в том числе расходы участковых избирательных комиссий 1 080 тысяч рублей. Председателю территориальной избирательной комиссии в срок до 10 ноября представить Совет депутатов отчет о расходовании средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Электрогорск. Выборы в этом году в городской совет пройдут по мажоритарной системе. И жители города из всех кандидатов в процессе голосования определят 15 народных избранников. Семнадцатого июня в Электрогорске пройдет третий ежегодный фестиваль уличных видов спорта Urban Games 2017. В этот день гостей и жителей города ждет незабываемая атмосфера спорта и музыки. Волны Urban Games раскачают город и подарят каждому отличный спортивный праздник. BMX, брейкданс, граффити, стритбол. Информацию по площадкам можно найти в группе мероприятия. Хедлайнеры фестиваля – кавер-группа Mercedes Dance. Живая музыка, неподдельные эмоции и новые знакомства. Будь с нами! Стань частью Urban Games!
провести лето в школе. Для многих детей такая перспектива перестает быть абсурдной. Не все родители могут обеспечить детей путевками в загородные лагеря, и тогда пребывание ребенка в лагере при школе становится, что называется, панацеей от всех бед. А почему бы и нет? В школьном лагере накормят, напоят, организуют досуг, и все это за вполне доступные деньги. Наступила самая долгожданная и желанная пора для электрогорских школьников – летние каникулы. Чтобы мальчишки и девчонки смогли хорошенько отдохнуть и набраться сил к следующему учебному году, по распоряжению главы города Дениса Семенова на базе общеобразовательных учреждений открыты летние оздоровительные лагеря. По традиции, в летний период мы на наших базах общеобразовательных организаций устраиваем лагеря с дневным пребыванием детей. Этот год, 2017, не стал исключением. В этом году на наших базах общеобразовательных учреждений, таких как 14-я школа, лицей, 16-я, школа для обучающихся с ОВЗ, мы открываем лагеря. С 1 июня начал свою работу лагерь, который располагается в школе для обучающихся с ОВЗ. Чуть позже, с 13-го, сегодняшнего дня, со вторника с 13 июня, начинается летняя оздоровительная кампания на базе школы номер 14. С завтрашнего дня, с 14 июня, подключаются лицей и 16-я школа. Школьные городские лагеря откроют свои двери для 380 детей. В лицее будет одна смена функционировать, и примет лицей за эту первую смену 100 человек. На базе школы номер 16 будет две смены функционировать, июнь и июль. Ну, немножечко возьмем мы август месяц. И за две смены школа номер 16 примет 105 детей. Школа номер 14 также будет функционировать, лагерь, который располагается на базе школы номер 14, также будет у нас две смены и примет 125 детей. В коррекционной школе по-старому, как мы говорим, да, или школе для обучающихся с ОВЗ, две смены, и за эти две смены будет 50 человек детей оздоровлено в течение летней кампании. Для любителей спорта и активного отдыха организованы две спортивные смены. Одна на базе лицея, другая на базе школы номер 14. Здесь уже будут в эти спортивные, мы говорим, отряды, ребята 6-8 классов включаться. День у них будет неполный, двухразовое питание, но программа уже ясно будет немножко изменена со спортивным уклоном. Из бюджета Московской области на летний отдых электрогорских детей выделено 1 миллион 207 тысяч рублей. Из муниципального бюджета на летнюю оздоровительную кампанию выделено свыше 900 тысяч рублей. Из них 90 тысяч – это на именно путевки, на оплату путевок детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. У нас такие дети есть, как правило, больше их в школе для обучающихся с ОВЗ. Для таких детей предусмотрены бесплатные путевки в лагерь. Опытные педагоги стараются сделать лето для детей, посещающие пришкольные лагеря, теплым, ярким и веселым. Полная стоимость путевки с трехразовым питанием составит 5000 рублей, а с двухразовым питанием составит 4250 рублей. Но мы понимаем, что наши родители только 20% оплатят от полной стоимости. И тогда для детей, которые будут трехразово питаться у нас, составит для родителей всего лишь 1000 рублей стоимость путевки. А с двухразовым, вот как раз-таки для ребят, которые спортивные отряды, с двухразовым питанием, это составит буквально 850 рублей. Я думаю, что это хорошее подспорье для родителей. И дети будут под присмотром в течение практически всего дня, с детьми будут заниматься, дети будут кушать, оздоравливаться. И я думаю, что это очень хорошее действительно подспорье для наших родителей. А о том, как проводят время в школьных лагерях мальчишки и девчонки, мы расскажем завтра в сюжете канала ТВЛ. «16 июня в 17 часов в Малом зале Дома культуры состоится вечер памяти руководителя детской театральной студии «У теплых озер» Заура Шерегова. Приглашаем вас почтить память этого замечательного человека вместе с нами.
студии была Анна Вязгина. До встречи на канале ТВЛ.